Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем обзор на комплект Тоскана, который состоит из 12 бутылок, предназначенных для хранения и выдержки различных вин. Комплект поставляется в термоусадочной упаковке. В него входит классическая винная бутылка из зеленого стекла объемом 0,75 литра. Любой винодел понимает, что эта емкость – самый удобный вариант хранения вина. В каждой бутылке в комплекте идет агломерированная корковая пробка 12 штук, которой будет закупориваться будущее вино. Для укупорки таких пробок необходимо иметь укупориватель. Они бывают разных типов – напольные, ручные и так далее. Без укупоривателя закрыть бутылку невозможно. После того, как бутылку заполнили вином и укупорили пробкой, необходимо использовать термоусадочный колпачок. В комплекте их тоже 12 штук. Колпачок, одетый на горлышко укупоренной бутылки, предохранит верхнюю часть пробки от загрязнения, а также от преждевременного вскрытия напитка. Комплект Тоскана – это бюджетное решение как для начинающих виноделов, так и для профессионалов. Используя его, вы сохраните вино на долгий срок без потери в качестве. Спасибо за внимание и удачного виноделия!